Всем привет! Сегодня я хотела бы сделать краткий обзор такого сорта, как Доминика. Это роза 2008 года, голландская роза, интерплант. Заявлена она как чайно-гибридная, очень маленькая, компактная, 50 сантиметров. Но вот скажу сразу, цветет она не как чайно-гибридная, цветет она кистями, букетами просто. Вот сколько цветов у нее на одном. Цветок заявлен до 10 сантиметров. Аромат средний. Сейчас я... Я не особо чувствую. Прекрасно подходит для переднего плана розочка. И для горшков. У меня она сидит в длинном узком горшке. Ну, мне кажется, что ей уже маловато места. Но несмотря на это, вот она цветет вот такими букетами. Вот сейчас я покажу общий план. Вот такая красотка. Цветет, очень буйно цветет. Очень много цветет. Очень долго цветок держит. Очень долго. В розабуке я читала, что у нее она заявлена как непрерывного цветения роза. Но я скажу, что все-таки перерыв между волнами есть. И я уже срезаю все цветы, чтобы она набрала полную волну. И тогда она вся покрывается цветами. Вот превосходная роза. Иногда цепляет у меня что-нибудь типа черной пятнистости, но очень быстро сразу же реагирует на обработку моментально и сразу исправляется. Ну вот, в принципе, листья все на месте, все чистые, зеленые, никто ее не любит кушать. В общем, вот такая вот красотка. Еще в розабуке заявлено, что она очень плохо переносит дождь. Я вам скажу, что в дождливой Англии я этого совершенно не заметила. То есть вот букетики как стояли, может пройти ливень, может неделю идти дождь, она вот как стояла вот такими букетами, так она и будет стоять. Ну вот превосходная роза, компактная, для переднего края бордюра или для горшка. Я рекомендую. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал.